тебя сегодня был 4-й бой, победил нокаутом, 6 раундов уже боксировал, да? А в любителях у вас какой бой? Николай 200 боев. Любительский бокс заканчивали на уровне чемпионата мира среди вооруженных сил. В данный момент, как бы, вы считаете советским, ну, в пространстве есть такое понятие, мастер спорта международного бокса. Мой ученик, да. Сколько лет боксируешь? Начальный день. 15 лет боксируешь. А сейчас сколько тебе лет? 24. Ну, на смотре, да, куда идти? Давно в Штатах? Месяц только. А, то есть это вообще первый бой у вас? Да, да. Штатах, да? Здесь, да, первый бой. Окей, вы тренируетесь в Wild Card, да? Да. То есть вы все месяц как здесь? Да. Впечатление, во-первых, хорошее впечатление. Народ принимает хорошо. Зал. Красивый город. Я не все равно. Языковой проблем есть? Ну, есть немножко. Ну, я думаю, в следующий раз, когда приедем, надо бы сказать. Ну, у нас промоутерская компания Diamond Ring с Казахстана. У нас есть промоутерская компания Diamond Ring. Мы представляем эту команду Diamond Ring. То есть у вас промоутерская компания, если это тоже хотел бы сказать, что победить сильнейший.